Электросамокаты неспроста сейчас так популярны. Все дело в их всеобщей доступности. Для пользования самокатом достаточно выучить небольшую технику безопасности и правила пользования. Никакого бензина и выхлопных газов, что делает этот вид транспорта очень экологичным для городской среды. Удобно, удобно. Иногда, особенно когда погода хорошая, чуть-чуть так вот хочется так с ветерком прокатиться, так оплачиваешь, едешь, и вот и кайф вообще. Я достаточно много хожу пешком, и достаточно много езжу на велосипеде и на автомобиле, и очень часто встречаются пользователи этих самокатов, которые нарушают всевозможные правила ПДД, мыслимые и немыслимые. И, например, я считаю, что лучше их сначала запретить, а потом уже создать соответствующую инфраструктуру и постепенно вводить общество. Я хорошо отношусь к электросамокатам, потому что мы очень часто тоже с друзьями проводим свое время, катаясь на них. На электросамокатах сама я не езжу в повседневной жизни, но, например, мои друзья относятся к этому отрицательно, потому что очень много разных различных травм происходит при катании на электросамокатах. Начиная с 1 марта 2023 года в правила дорожного движения появился новый термин – средство индивидуальной мобильности, к которым относится и электросамокат. В связи с присвоением им официального статуса в ПДД появились уточнения, где и как можно передвигаться, а также ряд запретов. Например, ограничение по скорости теперь 25 км в час, запрещается езда по магистралям и в количестве 2 и более человек на одном самокате. Также туда были внесены такие поправки, которые предусматривают езду на специально отведенных участках, потому что многие сталкивались с тем, что вот эти самые электросамокатчики, там даже, допустим, берут их в аренду и не умеют элементарно пользоваться, ездят по дорогам общего пользования, создают помехи элементарные. Несмотря на ужесточение правил пользования, спрос на самокаты не становится меньше. Самыми популярными сервисами для их аренды в столице Татарстана являются ВУШ и ЮРЕН. Первый появился на Казанском рынке в 2020 году, а на 1 мая 2021 года уже насчитывал 1000 электросамокатов. На данный момент на утверждении в Государственной инспекции безопасного дорожного движения Республики Татарстан находится создание еще 1000 мест для парковок, что втрое больше, чем в прошлом году. Алина Сафина, Александр Кузнецов, Универ Ньюс.